Ну, прям дальше по новостям сайта. Вот следующая новость, это вот официальное интервью об инциденте с фальсификацией, происшедшей в Киеве. И если начинать гуглить, да, Олег Яковлев, 2015 год, больше всего ссылок на вот по поездку 23 февраля с, там, с поддержанием вот этих киборгов и вот со съемками. Я как бы не люблю на эту тему говорить, это произошла оказия. Пришла оказия, и такая была подстава. То есть в Макдональдс подошел мужик и со свернутым в рулончиком говорит: можно с тобой фотографию? Я говорю, можно. Ну, я слышал объяснение. Объяснение. Но это просто понимать, что ты держишь в руках. Вот и все. Я даже не понимал, сложно поверить. Человек с таким опытом. Ну хорошо, а потом кто-нибудь подойдет, я не знаю, с плакатом. Сейчас уже ко мне никто не подойдет. Во-вторых, да, конечно же. В этом не было никакой позиции. Абсолютно, это была просто дурь. Ну а как же, 23 февраля, это дата, слава российского оружия. Это кошмар какой-то. Я даже сейчас не понимаю всего, что это было. А в Инстаграме зачем же выкладывать тогда? Да это кошмар просто. Это не я выкладывал в Инстаграм, это тут Украинский выстраивал. Да? Выложил, конечно. Нет, я буду еще это выкладывать, да? Конечно, мне кажется, что все-таки, тысячи же, наверное, было вот всяких таких... съемок с поклонниками, если не миллионы, да, столько лет. Но неужели как-то вот нет вот какого-то, не знаю, фильтра на то, что вот прикинуть, наверное, с чем в руках? Наверное, не было. Во-первых, я так не разглядел даже, потом даже не понимал, что это... Вообще получилась дурь, за которую просто я принес извинения. Угу. Фиг я с кем теперь больше буду фотографироваться, тем более с этими дядьками в рубашках. Угу. Так что вот так вот. Угу. В общем, я натерпелся по полной, я услышал такие слова, и все, я так даже кошкины слезы там чуть-чуть там думаю, ничего себе, вот так вот. Просто нужно быть умнее, вот и все. Угу. Теперь я умен. В Киеве же там и записывается Киеве, да, альбом, там, все проекты, то есть, как у очень многих. Мы всегда как-то вместе, да? Да. Там и половина сериалов снимается, и половина музыки пишется. Да. Но это не затруднит никак общение с партнерами? Нет, я скажу, что меня предупреждали, что там вот поедешь в Киев, будет страшно. Нет, я не считаю, что я должен был бросить ребят, бросить своего аранжировщика, композитора, студию. Абсолютно, я тоже так не считаю. Я поехал поэтому. Вот. Но я думаю, что следующую песню, когда поеду, я записываю, а я поеду, естественно, потому что нужно закончить работу над альбомом. Я не знаю, как буду аккуратен, осторожен, но тем не менее, я поеду. Я не считаю, что из-за катастрофических вообще, то, что происходит там, я не поеду. Мне нужно. Там все-таки мои друзья, и там моя музыкальная жизнь. И очень многие, кстати, очень многие музыканты, да и до сих пор, и сейчас туда, там делают музыку. Да, конечно, да, и выступают очень многие. Но выступать-то нет, я-то нет. Но выступает, да, кто-то, я слышал. И выступают, да, и вообще, в принципе, очень многие... Вот у меня недавно с Анастасией Волочковой беседовала, у нее тоже был шум заявление. Она прекрасна. Да, она тоже что-то сказала про Крым. Потом, значит, что-то это опять понеслось по Ютьюбам, она, значит, там что-то оправдывалась, потом поехала в Крым, там выступала. В общем, с этим, короче говоря, если вот что-то не понимаешь, то лучше на эту территорию и не ходить. И не буду. Будем ходить на другую территорию. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.